Сборная Казахстана по хоккею сыграет на чемпионате Азии. Матчи стартуют уже сегодня и продлятся до 9 ноября в Алматы. Соперниками нашей команды будут сборные Японии, Кореи и Китая. В тренерском штабе сборной отметили, что турнир станет важным этапом подготовки к азиатским играм, которые состоятся в 2025 году в Китае. Мы, в принципе, квалификацию ребят всех знаем. Многие игроки прошли хорошую школу и КХЛ, ВХЛ. Я со многими ребятами работал, поэтому в их мастерстве я не сомневаюсь. Я думаю, что они должны своей игрой порадовать болельщиков. Я думаю, что для этих игроков привлечение в сборную, такие турниры дают дополнительную мотивацию для игроков. Поэтому, я думаю, это хороший турнир для них.